Изменен порядок назначения ряда мер социальной поддержки, рассказали в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Изменения коснулись выплат семьям с детьми в части расчета среднедушевого дохода для начисления меры поддержки. Среди мер поддержки, попадающих под действие нового порядка, ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января того года, в котором предоставляется мера поддержки, ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемая родителям либо законным представителям детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи. Согласно внесенным изменениям, действующее законодательство для начисления среднедушевого дохода семьи теперь учитываются сведения о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Ранее учитывались доходы за 3 месяца, предшествовавших месяцу обращения.